Стримы, куча стримов по Майнкрафту, также различные мини-игры ты сможешь найти на канале Понеро. Заходи, подписывайся, он будет этому очень сильно рад. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, точнее продолжение прохождения замечательной карты, которая называется «Угадай, что прячется за пикселями». Кто ждал, ставьте большой палец вверх, потому что чем быстрее мы наберем 2500 лайков, тем быстрее выйдет следующая часть прохождения этой карты. Я вам даю свое слово, ребята. 2500 лайков, сразу же выходит следующая часть. Также вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я приглашаю вас подписаться на мой канал, я буду этому очень сильно рад. Я прошу потратить на меня всего лишь 2 секунды. Одну на лайк, одну на подписку. За это я вам скажу большое спасибо. И также выпустили вас новое видео как можно быстрее, потому что я люблю вас, люблю своих подписчиков. Больше мы тянуть не будем и будем приступать сразу же к новому видео. Ну что, ребята, мы будем сразу же приступать, а точнее заходим вот в эту зелененькую комнатку и посмотрим, что сегодняшняя серия для нас приготовит и какие задания вообще нас ожидают. Мы ждем, игра начинается. Нет, еще не началась, еще осталось 5 секунд. 3, 2, 1. Да, ну что, ребята, мы будем продолжать играть в поле чудес. И сразу же пишите, ребята, если кто-то уже отгадал, что это будет, сразу пишите в комментарии, может даже быстрее, чем я, потому что я, может, буду немного думать. Если вы отгадали, ребята, сразу же пишите в комментарии. Что это может быть? Что это может быть? Что-то знакомое, но я не могу понять. Репитер. Да дай мне подойти. Вот ты, зараза. Пиатер. Вот так. Я надеюсь, что это так пишется. Да! Ху! 280 очков для первого раза. И, в принципе, у нас была пауза между прохождением этой карты где-то недели две. Поэтому, в принципе, для первого раза нормально. Мы сейчас будем приступать к следующему раунду и посмотрим, что это будет такое. 5 букв. Это не должно быть что-то сложное. Это основной цвет зеленый. Светло-зеленый. Что это может быть? Что у нас есть зеленый? Ребята, что у нас есть зеленый? Ну, деревья вряд ли. Это ж... Фиг его знает, ребята. Если вы уже догадались, то сразу же пишите в комментарии, потому что я пока что еще не знаю. М. Что такое М? Четвертая буква М. Что это за хрень? Ребята, я, если честно, не знаю. Я не знаю. Хоть убейте, я не могу понять, что это такое. Если сверху... Слайм. Может, слайм? Я думаю, что это слайм. Потому что, в принципе, оно так в таком положении. Слайм. Вот так. Да! Ну, да, вот сейчас я вижу то, что это слайм. А когда блоки падают и вообще картинки еще толком не видно, то действительно тяжело понять, что это такое. Ну, в принципе, 470 очков для первого раза за 2 раунда, это уже очень хорошо. Ребята, 2 слова. Что-то черное и что-то желтое. Что это может быть? Что это такое? Что это такое? Что? Какая-то звезда. Это звезда, да, Стар. Стар. Но что это такое? Это опять что-то с Марио. Или... А, наверное, Power Star. То есть силовая звезда. А, дай мне капсул включить. Вот так. Power Star. А, не Star, а Star. Вот так. Замечательно. Ай, ай. Да! Последний раз я играл в Марио где-то, не знаю, 15 лет назад. Но все же я смог догадаться и смог... Немного как-то угадать то, что это силовая звезда. Ну ладно, ребята, давайте мы приступаем к следующему раунду. Сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 букв. Я надеюсь, что 8, да? Да, 8. Белое, черное, серое. Ребята, если вы уже догадались, сразу же пишите в комментарии, потому что я пока что еще нет. Это Snow... Может, Snowball? Да, это Snowball, мне так кажется. Snow... А ну, давайте попробуем. Snowball. Вот так. Ай! Да! Уе, 1040 очков для первого раза, это очень даже круто. Я, если честно, соскучился по этой карте, потому что она реально опупенская, и она мне даже тогда нравилась. Ну, ладно, давайте не будем отвлекаться. Что-то фиолетовое, розовое и фиолетовое. 2 слова по 4 буквы. Что-то связанное с Эндером. 100% что-то связанное с Эндером, но я не могу знать, потому что это, наверное, с новой версией Майнкрафта. А что это может быть? Что это может быть? Что это может быть, ребята? Я не знаю, это... Что это такое? Тул. Ребята, я не знаю. Ну не дай мне зафейлить вот это прохождение только из-за одной картинки. Что это за хрень? Ты. Что ты? Что это за хрень?
Tell Stairs Tool. Я не знаю, хоть убейте! Что это такое? Ну покажи! Taco Bell! What the fuck? Что такое Taco Bell? Taco Bell — международная сеть ресторанов, адаптированная под мексиканскую кухню. Я сейчас только в Википедию залез. Откуда я мог знать, что такое Taco Bell? Хоть убейте, я не мог это знать. Я никогда не был в Taco Bell, я никогда об этом не слышал. Если вы слышали, то вы прям, не знаю, рожденный мексиканец, потому что это мексиканская кухня. Охренеть, откуда я мог знать? Taco Bell — международная сеть ресторанов, адаптированная под мексиканскую кухню. Я сейчас только в Википедию залез. Откуда я мог знать, что такое Taco Bell? Хоть убейте, я не мог это знать. Я никогда не был в Taco Bell, я никогда об этом не слышал. Если вы слышали, то вы прям, не знаю, рожденный мексиканец, потому что это мексиканская кухня. Охренеть, откуда я мог знать? Откуда вы охренеть? Ладно, проехали, вы мне испортили все прохождение. Раунд был прям зашибительский, какой крутой. Но, ладно, не прошли, значит не прошли, не побили свой рекорд. Будем приступать к следующему раунду. Два слова, четыре буквы и пять букв. Что это может быть? Коричневое, желтое и такое, я не знаю, тоже коричневое, более светло-коричневое. Может что-то Iron... Iron... Нет. Iron... Фу, что это такое? Айром, 35 секунд. Что это такое, ребята? Я, походу, вообще не вдупляю в этой серии ничего. Что это за хрень? Что это может быть? Что это может быть? Айрон ф... Что это? Ну давай, покажи мне, потому что я прям не вдупляюсь. Item Frame. Твою мать. Да, это круто, то, что тут никогда не повторяются уровни. То есть тут куча различных уровней. Но когда задают вот такую хрень Taco Bell, откуда я могу это знать, ребята? Ладно, давайте будем отвлекаться. У нас новая игра. У нас 4, 5, 6, 7, 8 букв. Что это может быть такое? Что-то серое, что-то белое, что-то коричневое. Первая буква П. П-п-п-п-п-п-п-п. Что это может быть такое, ребята? Думайте. Если вы уже догадались, пишите в комментарии. Пейнтинг. Да-да-да, пейнтинг. Пейнтинг, мне кажется. Пейнтинг. Вот так. Да. 310 очков. Уе, я еще, если честно, столько за один раунд не зарабатывал. Ладно, у нас еще несколько раундов впереди. Посмотрим, что мы сможем сделать. Ну что, ребята, что это у нас такое? Два слова. Первое три буквы, второе 4, 5, 6, 7. Оак саплинг. Мне кажется. Оак саплинг. Нг нафиг. Да! 680 очков. Тащим, ребята. Ладно, не буду каркать, второй раунд более-менее затащили. Давайте посмотрим, что у нас будет в третьем раунде. Четыре буквы, это нужно быстро угадать, потому что я пока что еще не знаю. Что-то черное, что-то вижу красное, что-то коричневое, белое, более такое, не знаю, оранжевое. Что это? Клейм? Ну показывай хотя бы первую букву. Д. Сейчас. Я походу профейлюсь на этом раунде, потому что я не представляю, что это такое. Мысли. Что это за... Это опять с какого-то мультика? Ребят, я не смотрю мультики, я не могу знать, что это такое. Хуть убейте, ребят, я не могу знать. Я не смотрю мультики, я не знаю, что это. Вот мне самому интересно, что это. Дадо, дидо, хрен его знает. Ну, показывайте. Дамо, домо, вот видите, откуда я мог знать? Ребят, сори, кто смотрит мультики, большие молодцы, но я не смотрю, поэтому я просто-напросто не могу знать, что это такое. Прошу прощения, надеюсь, вы обижаться не будете. Ну ладно, мы приступаем сразу к следующему уровню. У нас тут два слова, и в каждом слове по 5 букв. Что-то бежевое, что-то коричневое, что-то серое. Я не знаю, на что это похоже. Армор стенд. Армор стенд? Вот, армор... Армор...
ТНД. Вот так, замечательно. Сейчас вот это, да! 1020 очков. Это последний уровень сейчас будет, как я понял, и вряд ли я смогу уже побить свой собственный рекорд, даже если я угадаю то, что это будет на первую секунду, но как видите, тут охренеть, сколько букв, и даже если бы я отгадал в первую секунду, я бы вряд ли смог побить свой рекорд. Ну ладно, ребята, что это такое? Думаем, черное, коричневое, красное. РРРРРР, что это может? РЛ, что это может быть? Пока это дропается, что это может быть? Я не знаю. Последняя П. Что это за хрень? ЛПР. Убейте, не знаю. Я надеюсь, что это что-то с Майнкрафта, потому что если нет... Я знаю! Redstone Lamp. Давай. Redstone Lamp. Я надеюсь, что я правильно написал. Да! Но все же мы прошли, но я, к сожалению, не выполнил, точнее, не прошел, не победил, не превзошел свой рекорд. Будем надеяться, то, что в последнем раунде я все-таки хотя бы смогу добраться до 1200, потому что, как я помню, мой рекорд был приблизительно 1280. Это вроде максимальное количество очков, сколько я набирал там за две серии, которые у нас были с прохождением этой карты. Посмотрим, ребята, что я смогу сделать в этой карте. Сразу же пишу, если вы видите картинку, но я еще не догадался, сразу же пишите в комментарии, потому что мне будет интересно потом узнать, догадались ли вы, что это такое. Ладно, ребята, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Офигеть, 4, 5, 6, 7, 8... 9, офигеть! Вот это большущие слова! Б, четвертая буква Б. Давай, господин Якубович, помогай нам, что это такое. Стив, это что-то Стив или Херубрин, или Херубрин. Херо... не. What the fuck? Херобрайн, ну... Ну ладно. Ладно. Белые глаза, я понимаю, но тут никак не поместится Херобрайн. Херобрайн, да. Хербрайн. Хрен его знает. Мне самому интересно, что это такое. Да, Херобрайн отлично подходит. Вот отлично подходит, да. Б-ра-ен. Но что тут? Хербрайн нафиг? Хербрайн? Хербурайн. Хербурайн. Какого пальца в жопу я должен был это отгадать? Какой в жопу Хербурайн? Что курил создатель этой карты и создатель этого уровня? Какой нахрен Хербурайн? Ладно, давайте продолжим, как будто ничего не было. Хербурайн. Ты Хербурайн. Вот кто создал эту карту, ты Хербурайн, потому что офигеть просто. Ладно, что это такое, ребята? Думайте. Я просто сейчас в шоке сижу. У меня просто еще отходняк вот Хербурайна. Ладно. Дайте мне пройти хотя бы, вот, я уже рекорд свой 100% не побью, но мне просто интересно, что будет дальше. Моджанг, я знаю, что это такое. Моджанг лого, логотип Моджанга. Да! Ну, 140 очков, в принципе, праздника с этого не устроишь. Хербурайн меня, конечно, подставил, сильно подставил. Кто угадал то, что это Хербурайн, я не знаю, ребята, призван в студию, потому что... Даже господин Якубович этого вообще никак не мог знать. И знатоки, что никогда вообще никогда бы в жизни не отгадали то, что Херобрайн может превратиться в Хербурайна. Я прям в шоке до сих пор. Ладно. Я походу знаю, что это такое. Мне так кажется. Да, наверное. Да дай мне поставить вот это нафиг сундук. Да, угадал. Ну, ладно. Продолжим. Я уже знаю то, что я этот уровень... Я никогда не побью свой рекорд в этом уровне, хоть я буду все угадывать сейчас с первых секунд, но просто Хербурайн подставил, жестоко подставил. Что это такое? 5 букв, одно слово. Мясо какое-то. Вот мне нужна первая буква. Господин Якубович, помогите мне. Первая буква. Б. Б. Б-б-б. Стэк. Нет, не... Что такое? Это... Я знаю, как это называется, Брик, брик. Офигеть, как я мог забыть? Брик, кирпич.
Кирпич. Я подумал, то, что это сначала еда, потому что реально выглядит как будто это какое-то мясо. Сосиска. Сосисончик какой-то. Ну, неважно. Это у нас будет сейчас последний уровень. Я надеюсь, что я бы хотя бы это смогу угадать. Четыре буквы. Синие, черные, коричневое. Было у нас уже много раз вот сочетание таких цветов, но мне вообще интересно, что это такое. Что-то квадратное. Рейл, мне так кажется. Рейл, дорожная. Сейчас. Да! Ровно тысячка. Штуканчик. Ну, в принципе, если не учитывать то, что это был Хербурайн, то, в принципе, мы даже справились на отлицончик, отлитончик. Ну ладно, неважно, ребята, на этом мы уже будем заканчивать. Я надеюсь, что вам понравилась вот эта серия с прохождением вот этой замечательной карты Pixel Drop. Это уже третья серия по счету, и у нас еще ни разу не попадался один и тот же вопрос. Господин Якубович прям отлично подготовился. Ребята, если вы хотите больше серии с прохождением этой карты, прошу вот прям ставьте лайки, я буду выпускать их можно чаще. Также я и могу пригласить какого-то своего друга и сыграть с ним на этой карте, потому что вдвоем тут будет играть намного интересней. Да, ребята, ставим лайки, я даю вам свое слово, я вам обещаю, чем быстрее наберем 2500 лайков, тем быстрее выйдет новое видео. Поэтому, ребята, не ленитесь, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, что самое главное, потому что каждый подписчик для меня большой друг. Я вас люблю, ребята, поэтому вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков. Я вас всех приглашаю. Также, ребята, спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Вы реально большущие молодцы, потому что не каждый может досмотреть видео до конца. И я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео. Видео выходит каждый день, поэтому приходите, смотрите. Я всегда вас буду там ждать. Всем удачи, ребята, и всем пока.